Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте. В студии с главными новостями республики Умар Тикиев. Сегодня в выпуске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросу оказания помощи семьям военнослужащих республики. В год педагога и наставника в Карачаево-Черкесии начнется строительство 3 новых школ. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карачаево-Черкесии проиндексированы на 4,8%. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросу оказания помощи семьям военнослужащих республики, выполняющих боевые задачи на территории новых субъектов Российской Федерации. Члены правительства доложили главе региона о том, как обстоят дела с формированием дополнительной помощи от Карачаево-Черкесской республики для нужд военнослужащих и о том, как налажен оперативный контакт между командованием воинских частей и МЧС по доставке гуманитарных грузов. Кроме того, глава республики заслушал информацию об итогах осенней призывной кампании. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел расширенное совещание, на котором подвели итоги работы правительства в 2022 году. Кроме того, были поставлены цели и задачи на 2023. В целях дальнейшего развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест и стимулирования импортозамещающих производств, ну и принято решение объявить текущий год годом развития промышленности. Прошу вот коллег правительства и вице-премьеров, и министров, ответственных за определенные национальные проекты, четко выстроить планы работы на год, уточнить потенциальные риски, узкие места, которые нам нужно проработать совместно с федеральным центром. В 2023 году в республике запланированы строительство и реконструкция 202 объектов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ республики Ринат Семенов. В этом году у нас снова амбициозные планы. Мы планируем начать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 202 объектов. Строительство – это у нас и дорожная инфраструктура, и инженерная инфраструктура, и объекты здравоохранения, образования, культуры. В 2022 году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Карачаево-Черкесии были реализованы мероприятия улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, и современный облик сельских территорий. В рамках проекта «Современный облик сельских территорий» в прошлом году было завершено строительство 4 объектов водоснабжения в 4 муниципальных районах. В частности, улучшено водоснабжение в ауле Инжи-Чукун, селе Псемен, ауле Саратюс, произведено строительство водопровода в западной части аула Хабес. В год педагога и наставника в Карачаево-Черкесии начнется строительство 3 новых школ. В Адыгехабле на 600 мест, в городе Черкесске новый корпус на 400 мест и в Хабесском районе школа-лицей на 265 мест. Плюс 4-й объект завершается строительство школы в селе Учкикен Малокарачаевского района на 960 мест. Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт в 19 школах и подана заявка на получение 16 школьных автобусов. На сегодняшний день уже получено 168 единиц автотранспорта. Острой потребности в автобусах нет, необходимо лишь обновить тот транспорт, срок эксплуатации которого превысил 10 лет. В Домбае появится новый туристско-информационный центр. Главная цель нового проекта – создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях и мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте и развлечениях. Комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. Домбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию, информация будет достоверной. Это будет как и размещены цифровые карты, будет приложение создано к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. Это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и, в принципе, информацию о том месте, где они находятся, и о регионе в целом.
Карачаево-Черкесии откроют футбольный лагерь и построят крытый манеж для тренировок юных футболистов. Информацию комментирует министр физической культуры и спорта Рашид Узденов. Мы этот вопрос рассматриваем и рассматривали до обращения уже нашего коллеги Сергея Мащенко. Рассматривали, мы примерно определяли его потребность, масштабы, его локацию. Наверное, мы все-таки построим футбольный манеж. Он будет где-то размеров под мини-футбол 40/20 с площадкой. Но пока вопрос о локации и о проектно-сметной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. Если говорить о маленьких малышах, все-таки, наверное, надо их вывести на определенный уровень, чтобы в дальнейшем уже оттачивать на каком-то высоком уровне их мастерство. Но опять-таки предложения нашего коллеги мы берем во внимание. И если в дальнейшем потребуется поддержка либо материальная, либо какая-то техническая, мы поддержку, конечно, в этом вопросе окажем. Заместитель мэра Черкесска Заур Тугов прокомментировал ситуацию с переселением жильцов многоквартирного жилого дома по улице Гутякулова 9/5, которые обратились к главе республики в ходе прямой линии с просьбой улучшить условия их жизни. Что касается многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова 5, он постановлением мэрии включен в перечень домов, подлежащих переселению. На сегодняшний день готовится техническая документация по передаче второго дома по улице Свободы 62 в собственность муниципального образования города Черкесска. После того, как этот дом будет передан, жильцы домовладения, расположенного по улице Гутякулова 5, будут переселены в данный дом. Мы определили уже, что у нас первый дом, реализация программы, она исполнена у нас на 91%. То есть 8 домов мы практически переселили. Сейчас после передачи второго дома у нас стартует второй этап переселения домов, где уже включен дом по Гутякулова 5. Также претендентами для включения во второй дом к переселению у нас является дом по Гутякулова 7 и по Октябрьской 3. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карачаево-Черкесии проиндексированы на 4,8%. Об этом сообщили в отделении социального фонда по Карачаево-Черкесии. Повышение затронуло 105 тысяч неработающих пенсионеров республики, чьи выплаты в среднем увеличены на 1000 рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости вырастет до 17,5 тысяч рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. С 1 января этого года в стране появился Социальный фонд России. Он образован путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. О том, какой будет структура соцфонда, как совместят офисы ПФР и ФСС, что изменится в работе с гражданами, рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Республики Ирина Тамбиева. Наши офисы остаются по тем же адресам. Специалисты, которые осуществляли прием в фондах социального страхования, они переедут на наши площадки. И все услуги как фонда пенсионного, так и социального страхования можно будет получать вот по адресам клиентских служб пенсионного фонда. Это важно, чтобы люди знали, куда им с января обращаться. Единое детское пособие для семей с низким доходом – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Карачаево-Черкесии с 1 января прожиточный минимум составит 13 225 рублей. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей с рождения до 17 лет. 100 лет исполнилось бы в этом году народному поэту Карачаево-Черкесии Азамату Сююнчеву. Его творчество многогранно, более 1000 стихотворений, 30 художественных книг и научных трудов. А по его учебникам родного языка училось несколько поколений школьников. В юбилей поэта его семья и близкие организовали День открытых дверей в Литературном доме музея народного поэта. Комментирует информацию дочь Азамата Сююнчева Татьяна Ченкаева. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на наше приглашение. Такое тепло в душах, чувствуется такое внимание, любовь народная. Спасибо всем, кто пришел сегодня, кто разделил тот день, прикоснулся к его памяти, к его творчеству, к его труду.
В селе Джага продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Эшкакон. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии республики Медина Боташева. Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов и проводится в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дамб позволит защитить 1400 человек их домовладения при усадебные участки. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой смерть человека. В республике в законную силу вступил обвинительный приговор в отношении 4 участников преступного сообщества наркоторговцев. Так, Управлением Федеральной службы безопасности России по Карачаево-Черкесской республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена преступная группа в составе 2 граждан России и 2 иностранцев, организовавших канал поставки и сбыта на территории Карачаево-Черкесии, Московской области и Республики Северная Сеть Алания наркотических веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Злоумышленники задержаны с поличным в момент осуществление закладок, изъято 600 грамм героина, что является особо крупным размером. Приговором Черкесского городского суда обвиняемые признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7,5 до 12,5 лет. Зима – любимое время года для многих людей, но только не для автомобилистов. Поскольку дороги регулярно покрываются коркой льда или хорошо укатанным снегом, кратно увеличивая риски ДТП с очень серьезными последствиями. Впрочем, статистика тут нас обнадеживает, уверяя, что только 15% аварий приходится на зимнее время. Об этом не понаслышке знают сотрудники УГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, организовавшие для журналистов региональных СМИ брифинг по итогам прошлого года. Об обстановке на дорогах республики и очагах аварийности более подробно рассказал начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Олег Камов. У нас имеются районы, в которых большой рост пошел. Это Зеленчукский район у нас, самый большой показатель дал. Так как там находится федеральная автодорога МЦО «Архыз», на этом промежутке у нас погибло 19 человек. Также у нас Хабейский район дал большой прирост, там был ДТП, в которых по 2, по 4 человека погибли. Поэтому там тоже рост у нас пошел. 3 у нас находятся на федеральной автодороге МЦО «Архыз», на которых все, вот, можно бы сказать, 19 почти погибли. 2 находятся на федеральной автодороге Черкесск-Домбай, 2 в городе Черкесске. Это улица Демиденко-Крупская, там светофор у нас там часто бьются. Почему, мы не можем знать. Там светофор стоит, человеческий фактор. Кто-то пытается проскочить, хотя на светофоре есть время ожидания. Ну, люди проскакивают. И у нас еще одна в Адыгехабрском районе на ФАТ-Кавказ. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до плюс 5, в горах местами до плюс 10. Утром местами на дорогах гололедица. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедица, а столбик термометра поднимется до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!